Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 августа, день Мирона, назван в честь памяти святого отца Мирона Чудотворца и епископа Критского. Силою Божию сотворил он много чудес и других дивных дел. Во время наводнения одному знатному мужу нужно было перейти реку. Святой Мирон остановил ее течение, пока помянутый муж, перейдя реку, снова не возвратился обратно. Святой Мирон отошел ко Господу столетним старцем. Всю свою жизнь он посвятил Богу путем исполнения его святых заповедей. Погода с этого дня становится по-настоящему осенней, начинают дуть достаточно сильные ветры, поэтому и день прозвали Мироном Ветрогоном. В этот день было принято собирать в лесу ежевику. Эта сочная, кисло-сладкая ягода обладает большими целебными свойствами. Наши предки об этом знали и использовали ежевику как противопростудное и патогонное средство. Ценили ежевику за ее аромат и вкус. Сегодня из собранной ежевики готовили кисели, компоты, вина, настойки и пастилу. Хочли ее листья, их заваривали как чай, смешивали с листьями смородины и земляники. Получалось вкусное поливитаминное средство, укрепляющее организм перед зимой. Приметы. Каковы Мироны Ветрогоны, таков январь-батюшка. В этот день смотрят в полдень на воду в реках и озерах. Коли вода тиха, и осень будет безветренна, спокойна, а зима без вьюх и злых метелей ляжет. Если утром появляется иней, это к богатому урожаю на следующий год. Если сегодня плохая погода, то ненастье продержится аж до бабьего лета. Все слышали об оздоровительной цели поста для физического тела, и мало кто понимает механизм этого явления. Мы буквально вчера, Геннадий Петрович, со своими родителями приняли решение, что мы отказываемся от белковой пищи, но... От животной белковой, естественно, от алкоголя. Но иногда можем позволить себе молочное. Решили мы так и порадовались. Что вы скажете об этом? Ну, прежде всего, смотрите, для того, чтобы шла оздоровительная реакция во время поста, мы отказываемся от продуктов, это от белковых продуктов животного происхождения, от жиров животных, ну, желательно и растительных бы сократить, но тем не менее, жиров, от стараемся меньше есть крахмалистой пищи. Это пирожки, эти, конфетки. Кажется, да. Ага. Стараемся есть меньше сахара. И соли, что ли? И да, оказывается, и соли. И теперь начнем разбирать, почему это получается. Да, угу. По пунктам. А заодно как раз будем готовить салатик, который поможет нам во время поста и вообще как разрушечный во время разрушечного дня приобрести здоровье. Смотри, что такое белковая пища? Животного происхождения. Да, оказывается, белковая пища животного происхождения это своего рода белковый клей. И особенно, оказывается, казеиновый клей делали из продуктов, да, животного происхождения, именно молочных. И он оказался самым прочным столярным клеем для того, чтобы клеить там стулья. И естественно, когда слишком много мы употребляем продуктов молочного происхождения, особенно там творога, в котором вот этот казеин белок есть, то получается, что избыток этого белка, от которого у коров растут копыта, рога и шерсть, у нас таких нету, да? Он клеит нам сосудики, образует различные там камушки и так далее и тому подобное. Видишь, что получается? Молоко клеит сосуды, если да, без да. перерыва его употреблять, оказывается, да? Если много человек употребляет молока, ну, если одно дело стаканчик в день нормально, да. Ну, пусть пол-литра, это максимум, то еще нормально, и хотя бы даже через день. Если же он употребляет примерно там по литрику и вроде бы чувствует себя здоровым, тем не менее,
процессы с сосудами, процессы отложения вот этих различных клеящих веществ начинаются. И поэтому, чтобы их вывести из организма, надо отказаться от молочного, надо на какое-то время отказаться от молочного питания, вообще от пищи, которая содержит белок. Почему? Организм сам начинает искать резервы, когда белка в организм не поступает. Вот. Он лишнее пережигает, выводит удачно. Пережигает? Ну, организм, да, пережигает? Да, да, да. Оказывается, как это происходит? У нас... Что такое пищеварение? Пищеварение – это превращение вещества, допустим, белкового вещества, в конечные продукты, которые должны выводиться. Что это за конечные продукты? Ну, это, как правило, мочевина и белок. Так вот, может на стадии там мочевины застревать, и эти соли мочекислые начинают откладываться по всему организму, начинает возникать подагра, мочекислые там камушки и так далее и тому подобное. А когда нет белка, организм начинает сжигать что? То, что осталось с зимы? Он начинает окислять, потому что именно белковые продукты вот в виде вот этих вот солей, там, мочевины и прочего, откладываются в нашем организме. Когда их нет, организм, а поступают наоборот, знаешь, не кислые вещества, а вот щелочные, как в салатике, который сейчас делаем, угу, то получается, что вот эти вот щелочи начинают разъедать залежи вот те, да? Да, мочекислые отложения и их выводить. Это очень интересное такое явление. Поэтому как раз мы готовим салатик, который будет способствовать очищению от там разного рода мочекислых. Солим. Давайте тогда опишем, что мы будем использовать. Здесь у нас на столе находятся и зеленые огурчики, и зеленый салат, это и руккола. Ну, здесь может быть любой. Вот. Хочешь айсберг, да? Да, хочешь, да, китайский, да, да, салат, просто вот зелень. И побольше зелени, именно листовой зелени, потому что она как раз обладает щелочными свойствами, которые начинают растворять все кислое. Все, что у нас закислено, начинается растворяться. Ну, у нас есть и помидорчики, но у нас черри, ну, могут быть помидорчики, большие. Дело в том, что если они свежие, они нормально, они имеют тоже такую щелочную природу. Более того, здесь содержится жидкость, которая структурированно способствует растворению всех этих отложений. Хорошо, я поняла, что отказ от белковой пищи животного происхождения способствует тому, что в организм перестают поступать вещества, которые способствуют развитию такого склеивающих, да, склеивающих каких-то элементов внутри твоего тела. И поэтому в течение, ну, там, 49, например, если про великий пост, да, говорить, да, да, у тебя перекрывается кислород этого клея, он не поступает. А те остаточки клея, которые, ну, вот так вот прям засохли где-то, они вычищаются вот этой самой щелочной зеленью всей. Да, да, совершенно. Это верно. По белку. Двадцатые лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнения, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие нагрузку на них. Приседания либо ходьба на ягодицах. Первые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток
подавляет работу печени, поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!